Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами проектом, который находится на предстарте, называется Coinity ADS. Здесь можно работать как без вложений, так и с вложениями. Это рекламная платформа, друзья. Старт проекта через 11 дней. Зарегистрировано уже 643 человека. Вот. Здесь можно кликаем выбрать нужный нам язык. Я выбрала русский, естественно. Вот. Рекламодателем, заработок, вопрос-ответ, контакты. Это все кликабельно. Можно кликнуть все, изучить. Регистрация. Значит, обратите внимание, запрещена вот такая вот почта. Почта только gmail.com. Прописываем username, email, пароль, повтор пароля. Далее сюда кликаем. Так, кликаем и выбираем язык. В моем случае русский. Разгадываем капчу. Галочка стоит. Нажимаем регистрация. На почту нам приходит письмо. Мы должны подтвердить адрес электронной почты. Кликаем по ссылочке и входим по логину или имейлу, или паролю. Вот. У меня сегодня капча, я зарегистрирована, уже так измучила, что я пошла уже, я подтвердила почту и авторизовалась с другого браузера. Значит, попадаем мы в кабинет. Значит, старт 9 февраля, 9.02. И можно заработать до 300% здесь. Также нам тут пишут, дают бонус. Только при регистрации на предстарте. После старта бонуса не будет. Нам дают 20 тысяч кредитов на баннеры 125 на 125. Вот. Закрываю. И вот здесь идет отсчет таймера. Я установлю здесь сейчас опять флажок. Значит, здесь вот колокольчик. Можно прочесть. Здесь как бы новости. Значит, здесь мы будем зарабатывать в сатошах, но как бы выводить в долларах. Я так, они будут конвертироваться в доллары. Значит, это революционная рекламная платформа. Здесь можно ли рекламировать и зарабатывать деньги сатоши. Стартую 9 февраля 14.00 по лондонскому времени. На предстарте вы можете зарегистрироваться и пригласить своих партнеров. Так. Активируйте свой тарифный план до старта 9 февраля и получите огромную прибыль на старте. Значит, различные возможности заработка. До 150 сатоши за клик, до 300% за собственные клики, бонус до 30% от команды, партнерская программа на 3 уровнях, 10 различных вариантов пополнения и выплат, доступно 6 языков. Также вот бонус. Каждый партнер, зарегистрировавшийся на предстарте, получает 20 тысяч показов баннера. 125 на 125 бесплатно. На старте бонус больше недоступен. Ну, как я сказала, до старта. Ну, давайте посмотрим. Так, у меня стандарт. Это, как я сказала, без вложений. Здесь у нас баланс покупок. Баланс вывода. Также находится сразу реферальная ссылочка. Кому интересно, я оставлю свою под видео. Вот. Далее пошли. Инфоцентр. Обязательно это все прочесть. Я уже зачитывать здесь не буду. Членство тарифа. Значит, стандарт – это на бесплатной основе. Заработок на собственных кликах 100%. Заработок на кликах ваших рефералов 10% от первого уровня. Далее, при покупке рекламы вашими рефералами вы зарабатываете процент от стоимости.
Также от первой линии 10%. При покупке членства мы ничего не имеем. Доступная реклама VIP ADS. Ничего нет. Но это бесплатно. Так, далее идет тарифный план. Здесь у нас так, 50 сатоши. Так, стоит. Вот первый тарифный бесплатно мы видим. Потом второй тарифный план у нас идет уже 40 тысяч сатош. И еще план тарифный стоит 70 тысяч сатош. Я пока пополнять не буду. Пополню я чуть-чуть позже. Еще есть время до старта. Вот. Но я буду пополнять. Я буду покупать тарифный план. Ну а вы же, если хотите, работайте без вложений. Я обожаю такие проекты. И на старте можно очень хорошо заработать. Так, реклама. Так, здесь у нас будет реклама. Здесь фри 125 на 125. ПТС АДС. Баннер ПТС АДС. Это, значит, будем загружать сюда рекламку. Заработок. ПТС АДС. Баннер ПТС АДС. Это мы будем зарабатывать здесь. Как бы еще ничего не кликабельно, так как еще предстарт. Что у нас далее? Настройки профиля. Данные. Пригласитель. Так, ну здесь сменить пароль. Такого здесь нет ничего особого. Так. Здесь операции будут наши отображаться. Вкладочка рефералы. Первый, второй, третий уровень. Поддержка, рекламные инструменты, баннеры у нас такие вот изумительные баннеры. Вот. Обалдеть. Это супер. Значит, ну и новости. Ну, это я вам уже на колокольчике зачитывала. Далее вот здесь интересно, у них есть Facebook. Сейчас мы посмотрим. Да, у них есть. Наверное, Facebook. Нужно только авторизоваться. Будет здесь я не авторизована. Я авторизовалась с оперы. А пополнять я буду записывать уже отдельное видео, друзья. Сейчас просто регистрируемся. Вот. Здесь собственная прибыль. Прибыль с партнеров. Вот, также вопросы-ответы не забудьте прочитать. Кому интересно, присоединяемся. Неинтересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.